Проблема роботизации состоит в том, что у нас нарастает страшным образом безработица. Причем безработица дебилов. Это вот тоже существенно. Вот. Я все время вот просто все думают про безработицу и думают, ну да, безработица. Надо создать рабочие места. Как для дебилов создать рабочие места? Вот вопрос. Это же, ну, как бы, для... Что? Так зачем? В чем идея? Понимаете, проблема состоит в том, что не надо даже выезжать из дома будет. Да? Вот. И вот это есть две параллельные конструкции, да, потому что вот как вот параэкономически, например, одни экономисты говорят, что нынешняя практика показывает, что роботизация, наоборот, создает дополнительные места, другие говорят, вы просто больные на всю голову.